Ну вот, как я и обещал, я узнаю правильный взлом игры этой. Господи, что не так? Вот, просто вот это вот вводим, и вместо 0 пишем 1. Нажимаем submit, пишем год 1. Вот, все, и вернулся в игру. Теперь, видите, у нас что, жизни? Смотрите, вот. Я могу подойти. Вот, меня бьют, и мне ничего. И вот таким вот способом можно проходить миссии. Потому что я застрял вот на этой миссии уже, я не знаю сколько. Потому что, ну это вообще реально, ну невозможно эту миссию пройти. Лично для меня. Тем более я играю на эксперте. Это вообще, это что-то с чем-то. Может даже тут обычным пистолетом обойтись. Вот. И вот и говорю даже, мне все равно абсолютно. Да, о господи, какой-то огонь. И идем туда. Че бы нет. Я вот даже прикладом могу этого титана убить. Танка. Там, блин. В Shadow Fighter играл. Ну, сейчас у меня две любимые игры. Первая это Left 4 Dead. Вот, сейчас в нее играю. А вторая игра. Здрасте, а как у вас дела? Че ты творишь? Сейчас приклады убью. Вот это вообще, это зря. Это зря, да. Ну а что я сейчас с тобой сделаю? Я всех твоих друзей убью. Видите, да? Все мы их убили. И вообще ни у кого не потратилось. Ни у кого не потратили жизни. И это очень хорошо. Господи, отстаньте от меня. Все, мы идем. Мы доходим вот до сюда. Можно не только до сюда. Вот, и все. Сейчас мы запустим ее. Я просто пройду эту миссию, я так ее просто бесился проходить. Я ее так долго не мог пройти. А сейчас вот могу. Так, просто убиваем всех и вся. Нам все равно ничего от этого не будет. О, титан, привет. Блин, что постоянно титаном его называют? Да. Теперь я буду выпускать чит-коды. Чё такой бешеный? О, сейчас пойду возьму патроны. И всё-таки пройду эту миссию, потому что я уже долго не могу пройти. Так. Наверное, мне не понравится. Кто тут? Здрасте, здрасте. А мне все равно. Да, нифига себе, вот он кирпич кинул. Ему пофигу. Здрасте, а кто тут у нас? А кто? Ой, там. Вот, ты зря. Тебе повезло, понятно, да? Ну, во-во, ребят, выйдите, мы с тобой будем спасайтесь. Так, все, погнали. Убили танка, красавчик? Вот он. Вот этот предыдущий. Все, бежим. Отвлекающий маневр. Так, ну это не самый лучший маневр, конечно. Вот он еще взорвется, а там даже зомби не будет. Господи. Все, мост поднимается. И мы идем опять спускаться. Да? А как мне потом подняться-то? Если я не смогу просто этого сделать. А, тут есть лестница? Тут нет лестницы. Как мне туда подняться потом обратно? Это должен... Ладно, я погнал. What the fuck? 8 танков идет. Не, ну не 8, конечно, но все-таки. Ладно, чё.
Чем мне стоит разобраться с танками? Они просто не дают мне проходить. Это нормально, а? Пока убивайте их там. О, я прорвался. Ну, на немножко. Меня более давно сейчас убили тут. Господи, что он творит? О, нет. Умрите все. Все. Офигеть, мне... Что? Чего? Меня заели типа или что? Спи спокойно. Бай, пионер. Да, как ночью. А почему, типа, меня убили? Или что? Ну, а как бы... Все, я понял, почему на жертву называется. Типа, я перезапустил, а они меня там оставили. Ах вы. Ладно, ребят, а вот сейчас я покажу, как включить этот чип. То есть, опять, нажимаем два, пишем, вставляем. И пишем. Все. На этом все. Так что всем удачи и всем до свидания.